Всем привет, дорогие друзья! Перед нами обзор чехла для Nokia C7. Это модель CP519. Значит, перед нами есть сам C7 аппарат. Это название чехла. Он есть в цветах красный и вот такой синий. Чехол, скажем так, на любителя. Немножко необычный. Такой, как флоп или флип. Что из себя представляет? Флип представляет себя такой вот небольшой бампер, в который одевается телефон. Давайте его вставим. Бампер прикольный, сзади смотрится непонятно. Вот, чтобы его носить в другую сторону, хоп, телефон убирается. Все, аппарат в нем. Сзади такая небольшая кожа. Вот здесь вот. Спереди что-то такое матерчатое. Кнопка. Непонятно, насколько ее хватит. Вынимается, в принципе, удобно. То есть звонят, раз там, алло. Так можно его носить. Вот, клавиши блокировки. Не очень удобно, она будет утоплена сюда вот, в эту резинку. Она утоплена, это неудобно. Сверху разъемы все свободные. Было бы классно, если вот эту штуку вообще отрезать, будет такой бампер. Спереди смотрится прикольно, сзади, не знаю, мне не нравится, как сзади смотрится. Здесь был бы черный, а если бы был бы прозрачный, так вообще цены не было. Прозрачный бампер, классно. Можно и ронять, и класть, и так далее, ничего с ним не будет. Ну, вот этот вот крепеж на любителя. Все, я вам показал, как он работает. Модель называется CP519. Стоит в районе 600-700 рублей. Всем спасибо, что смотрели этот обзор. Подписывайтесь, добавляйтесь в друзья. Всем пока!